Перед нами дом культуры одного из районов города Николаева. Здесь работает выставка аквариумов. Сейчас мы пройдем и посмотрим, как она выглядит. Здесь располагается часть экспозиции. Вы бывший военный? Я? Да. А по чем это видно? По пуле, что ли? Да, по выправке. Да нет. Не? Никогда не было. Ну, в армии разве что 2 года. Это уже другая камера? Та же. Та же. Ну, я же не столько много зарабатываю, чтобы каждый год камеры менять. Нет, так у вас было на фотоаппарате там. На фотоаппарате само собой. А это другая, да? Ну как другая? Это вот это именно видеокамера. А, просто... Я не видел. Это, я не видел камеру. Я видел только ту. То телефон. Нет. Фотоаппарат у вас был. А то фотоаппарат я сыну отдал. Я и с подкормками экспериментирую. Короче, сначала хотел, ну как, кормить растения. Рыб-то нету. То есть нужно практически... Органика. Этот самый, ну да. Ну, это... Короче... Сначала серовскими. Дорого. Потом для моих лохани мне нужно на одну вот подкормку в неделю гривен на 200. Вот, чтобы как вот положено кормить. Угу. Я пошел на рынок. Старые, добрые удобрения комнатные. Угу. Дешево и сердито. Каждая закладка это на неделю. Ну, может, ну, максимум на гривен 30. Бумаг? А? Бумаг? А что? Я беру все компоненты. А, и сами делаете, смешиваете? Да. А, вот оно что. Я все сульфаты беру. Ну, то есть, это, там есть хлорид, это сам. Ну, тут ты, наверное, ближе уже к химии, да? Как врач. Да, нет. А? Тоже не сильно в химии. Ну, должен был учить, что есть сульфаты. А, нет, есть... ну это так, да, сульфаты, сульфиты, да. Хлориды.